Покушение на мэра города в Донецкой области в Белозерске. Пенсионер угрожал главе местной городской администрации Сергею Макееву гранатой. И даже пытался выстрелить, но промахнулся. Полицейские, прибывшие на место, изъяли у мужчины нож, гранату и охотничий обрез. В прокуратуре Донецкой области происшествие квалифицировали как покушение на убийство. Теперь пенсионеру грозит до 15 лет лишения свободы.